Я вам поручал, когда у нас начинались и мы готовились к европейским играм, взять на контроль финансовую сторону дела. Ну, вы же понимаете, что это серьезный вопрос, это миллионы долларов, которые мы потратили на проведение этих игр. И очень важно для любого предпринимательства или бизнеса, насколько мы смогли компенсировать эти затраты, ну, насколько можно подсчитать их. При этом я хочу, чтобы наши люди, которые уж очень были потом обеспокоены, ну, это в основном так называемая оппозиция, им что они сделали, все плохо. Они озаботились, что мы не компенсировали, не перекрыли те траты, которые были осуществлены во время проведения этих игр. Они напрочь забывают, что такое имидж Беларуси, что такое туристический приток во время игр, после игр особенно, а он увеличивается, какую прибыль принесли эти игры нашим компаниям, общепиту, музеям, там, выставкам, артистам и так далее, и так далее. Меня интересует финансовая сторона дела. Что мы в результате этих игр получили? При этом хочу подчеркнуть, такие форумы – это честь для любой страны. Поэтому за них и борются. И не каждому отдают такие форумы. Мы будем всегда проводить на высочайшем уровне. Это еще и объединяет нацию. Тем более, когда спортсмены хорошо выступают, и на европейских играх молодцы выступили достойно. Ну, а еще достойнее выступили недавно на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, заняв первое место. Ну, просто молодцы, и я для себя отметил, что теперь я буду ходить постоянно на их соревнования, потому что они достойно на это отвечают, в отличие от некоторых наших представителей массовых и народных видов спорта. Поэтому это очень важно. Важно для развития спортивного движения, важно для консолидации наших людей. Ну и в конце концов мы должны проводить мероприятия и гордиться, что мы можем принять, привести такие мероприятия. Это стоит немало денег, но оценить это трудно. Поэтому попробуем посчитать, что мы затратили, что получили там, где можно подсчитать.